Едем на космостанцию. Сейчас стоим на БАО. Дорога ужасная. Везде лед. Колея большая. Выходные дни сюда лучше не соваться, потому что очень легко можно куда-нибудь улететь или в кого-нибудь врезаться. Погода, конечно. Плюс еще погода туманная. Ну, постараемся доехать. Если доедем, то доедем. Хорошо. Нет, нет. Осталось еще чуть-чуть, и мы доедем до космостанции. Здесь дорога даже лучше, чем внизу. Вот, уже застряли. Пытаемся проехать. Первое препятствие. Вот так последние метры уже застреваем. Обидно. Давай, давай, давай. Да, да, топи, 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 почти. Еще может чуть-чуть. Видите, раски, еще застряли. В общем, каталка у нас отменилась. Все сдуло. Плюс ветер очень мощный. Пойдем, пойдем пешком, посмотрим, что там. Вот так выглядит. Лицо отмерзло уже. Холодно. Грозит, блин. Жесть. Полчаса доехать. Смотрите, какая бурга, ё-моё. Даже нас не видно, наверное. Вон видно вдалеке лысые хребты. Вон, лысые. Ветер секет, дает пощечины мощные. Сверху, в принципе, все сдуло. Единственное, прям по самой тропе, где идет горнолыжка, точнее букер, там еще может быть как-то можно спуститься. Но кайфа будет однозначно мало. Вот так вот выглядит человек, когда идет по мощному ветру, холоду. В общем, здесь полное, кататься бессмысленно, все было. На этом мы заканчиваем свое приключение, потому что дальше смысла нет идти. Все посмотрели, то, что нам нужно, разведку сделали.